Сейчас вы увидите, как надо общаться с быдло на дороге. Нет! Я его, не, я его видел, но я до последнего думал, что он не влетит в меня. Расход или нет? Ну что сложного, скажи расход, ты виноват, ДТП. Слышишь, какой ремонт? Ты охеревшая, слышишь, ты на меня на встречке влетел. Какой тебе ремонт? В смысле, какая встречка, ты на встречку вылетел, снес меня, какой тебе ремонт? Я сейчас выйду, тебе еще лицо сломаю, будешь упедриться. Давай езжай, либо расход, либо сейчас ДТП с тобой разбирать будем, тебя прав лишат. Поехал сразу, смотрите, пока, вот пока на их свинячьем не заговоришь, они не понимают.